Как вы думаете, что это такое? Красиво, приятно на ощупь. Это задняя сторона нового телевизора. Бренды просто делают такие вещи, что телевизор хочется поставить не экраном к себе, а задней стороной к себе. Мы на стенде компании Sony. Специальный репортаж для компании MVideo. И, естественно, Sony представила здесь несколько классных телевизоров. Вот это то, что скоро будет продаваться в России. Сейчас расскажем, покажем и потрогаем. Итак, это 65ZD9, телевизор, к которому очень сложно подобраться, потому что его все тут же обступают и смотрят на качество изображения. Это новый флагманский телевизор компании Sony, естественно, 4K, HDR, 3840 на 2160 пикселей. Здесь несколько очень серьезных, мощных, самых новых технологий компании Sony по улучшению изображения. Но, пожалуй, две первые вещи, которые вам нужно знать, это то, что здесь мощный процессор, прям все как в настоящем компьютере. Процессор называется X1 Extreme, а также технология Blacklight Master Drive. Ну, все это, конечно, числа, все это слова, все это термины, дополнительные технологии по улучшению изображения, но чтобы понять, как показывать телевизор, нужно просто его посмотреть, посмотреть на качество изображения. И вот по количеству людей, которые здесь постоянно стоят, смотрят, собственно, все становится понятно. Ну, мы тоже постоим, немножко посмотрим. Естественно, дизайн. Производители соревнуются в красоте своих телевизоров. У Sony с этим полный порядок. Красивая стойка снизу, золотистая рамка посередине, текстурная задняя панель. Ну, посмотрите вот с этой стороны. Ну, он выглядит, правда, здорово. Все разъемы спрятаны под специальной крышкой, причем легко доступны. И, ну, я бы с удовольствием поставил этот телевизор спиной к себе, но поэтому, конечно, его не хочется вешать совершенно на стену. Его нужно поставить в метре хотя бы от стены, чтобы можно было обойти, посмотреть, а уже потом сесть спереди и посмотреть любимый сериал с хорошим качеством картинки. Ну и, конечно, этот телевизор – это очень умный телевизор внутри Android версии 6.0. Любимое приложение, поиск контента, настройка телевизора, виртуальная клавиатура и передача контента со смартфона на телевизор благодаря функции Android Cast. Все очень удобно, осталось только начать пользоваться. Здесь используется новый процессор нового поколения X1 Extreme, который по сравнению с прошлым процессором X1, который тоже мощный, на 40% мощнее. То есть все процессы, которые до этого, в общем-то, выполнялись неплохо, теперь будут работать еще лучше. В каких технологиях это отразилось? Теперь у процессора, кроме базы изображений, появилась отдельная база именно для проработки шумов. То есть процессор имеет не только алгоритмы для проработки текстуры, но и отдельную базу для проработки различных типов шумов. Кроме того, процессор обновился технологией Super Bitmapping, которая позволяет, даже если мы имеем обычный 8-битный сигнал, который содержит 256 градаций оттенков цвета, увеличить до 4 300 000, то есть 14-битный цвет. Также новая модель ZD9 поддерживает новый стандарт 4K HDR, который позволяет передавать цвет в потрясающем виде с большим диапазоном информации о яркости и о цвете, то есть мы можем видеть все нюансы, все диапазоны перехода от темного к светлому, и, соответственно, это технология на будущее. Ну и, конечно, функция голосового поиска для Гугла. Специальная кнопка есть на пульте, которая идет в комплекте к этому телевизору. Нажимаете ее, и голосовой поиск. Все можно произнести голосом. Контент, приложение, все что угодно. Ну и самое приятное, телевизор скоро в продаже, 349 990 рублей. Может показаться, что недешево, но это отличное качество картинки, красивый дизайн и весь современный функционал. Специальный репортаж для компании MVideo, выставка IFA в Берлине. MVideo. Нам не все равно.